самый сказочный остров России. Когда его впервые увидел Пушкин, он сказал, что именно таким он представлял себе остров Буян в сказке о царе Салтане. Находится он в часе езды от Казани и называется Свияжск. Он был построен при Иване Грозном в качестве крепости и стал базой русских войск при осаде Казани в 1552 году. Свияжская крепость была собрана за 4 недели и превосходила по размерам Кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы. А местный Успенский собор, что сегодня относится к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, был построен теми же мастерами, что строили собор Василия Блаженного. Помимо соборов и монастырей, здесь находится единственный в России музей археологического дерева, в котором можно увидеть местные древние деревянные постройки. Благодаря особому месту положению, значительный участок его территории и множество уникальных объектов сохранились до наших дней. Сегодня Свияжск — это место культурного и духовного паломничества туристов со всей России и любимое место отдыха татарстанцев. А вы бы хотели побывать на этом острове?